Приготовим тушеную капусту с копченостями и грибами. Для этого нам понадобится капуста, грибы, морковь, лук, помидор, томатная паста, растительное масло, копченое мясо, зелень и специи по вкусу. Подготовлены продукты. Капуста, морковка и мясо копченое порезано соломкой, лук порезан полукольцами, грибы крупными кусочками, с помидора снята шкурка и порезан миленьким квадратиком помидор и измельчена зелень. В глубокую сковородку или сотейник я налила растительное масло, немного его разогрею, ввожу лук. Слегка его пассирую. Добавляем лук и морковь. Морковка с луком уже слегка поджарились. Процесс очень быстрый. Добавляем грибы. И протушиваем вместе с луком и морковкой. На этом этапе готовки нужно слегка приправить специями, перцем, черным и красным. Добавляем порезанные помидоры и даем протушиться всем овощам. Овощи немного протушились. Добавляю разведенную томатную пасту. Перемешиваем. Накрываю крышкой. Убавляю огонь и даю еще 5-10 минут протушиться овощам. Тем временем, как у нас тушатся овощи в сковородке, мы берем казан, выкладываем в него мясо, порезанное соломкой. Добавляем капусту. И хорошенько перемешиваем. Капуста уменьшилась в размере, слегка позолотилась. Теперь добавляем все наши тушеные овощи. Если это необходимо, добавляем немножко жидкости. Накрываем крышкой, убавляем огонь. И даем потомиться минут 15. Тушеная капуста с грибами и копченым мясом готова. Приготовьте, это просто и вкусно!